Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю красивый, легкий и очень вкусный салат, который называется «Триумф». Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала зеленый лук нужно мелко нарезать. Вареное куриное филе и вареное вкрутую яйца нужно не слишком мелко нарезать. Помидоры черри не слишком мелко нарезаю. Нарезанные помидоры я переложила на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнюю влагу. Помидоры пока отставляю. Салат я буду собирать в кольце от разъемной формы. Диаметр кольца 20 сантиметров. Кольцо я обмотала пищевой пленкой и установила на блюдо, на котором я буду подавать салат. Блюдо нужно немножко смазать майонезом. На блюдо на небольшие кусочки нужно порвать листья салата. На листья салата выкладываю курицу, которую немножко посолю и смажу майонезом. На курицу выкладываю зеленый лук и на лук сразу же выкладываю подготовленные яйца. Яйца посолю и покрою майонезом. На яйца выкладываю помидоры. Сыр фета нарезаю на небольшие кубики и выкладываю сверху на салат. Сверху салат посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Аккуратно убираю кондитерское кольцо и пищевую пленку. Салат «Триумф» готов! Салатик по этому рецепту получается красивым, ярким, легким, свежим и очень вкусным. А сыр фета придает пикантность этому салату. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!